Маскировочные сети, теплая одежда, продукты. Из Самары в зону СВО отправилось 3 машины с гуманитарным грузом. Одна из них везет медикаменты и средства связи, в другой – дизельный генератор на 60 киловатт, который обеспечит электричеством несколько десятков блиндажей. За погрузкой машин наблюдала наша съемочная группа. Из Самары с любовью 3 машины с гуманитарным грузом сегодня отправились в зону СВО. Собирали его депутаты губернской и городской думы, студенты, школьники, неравнодушные жители. В очередной раз городское сообщество откликнулось от мал до велика, от детей до дошколят, которые написали письма, изготовили мягкие игрушки. Мы их тоже в этот раз доставим ребятам. Ну и, конечно, необходимо все для по сезону. То есть заявка поступила по сезону, это и блиндажные печи, сваренные в том числе студентами наших колледжей, это и окопные печки, и вылитые окопные свечи. Маскировочные сети, теплая одежда, консервы и вода. Для строительства блиндажей, скобы и мотки, полиэтиленовой пленки. Еще одна машина везет медикаменты и средства связи. Во благо тех, которые воюют на переднем крае, а воюют они героически. Вот сейчас вы представляете, вот в грязи они же там, в земле. И день, и ночь постоянно. Там надо искупаться, там надо и помыться. Одно из предприятий города предоставило дизельный генератор на 60 киловатт, который обеспечит электричеством несколько десятков блиндажей. Андрей Бессонов, Виктория Шаре, Константин Головин. События.